Подхожу к Сазону или Лукесу, говорю, Максусик, как ты это сделал, я не понимаю. Вот, я хочу напомнить для тех, кто забыл, вот сейчас мы могли наблюдать финал прошлого года М-батла. Вот. Вот. Давайте раз только один из них пройдет финал, Изабелла. Тебе решай, кто это будет. Все вместе, 3, 2, 1. Ну, еще или нет? Нет, стой, подожди, давай еще раз. Давайте еще раз все вместе от четверочки до одного. И за это думаем. 4! 3, 2, 1! Е, кого? Знаете, что мне сейчас сказала Изабелла? Она, отвечаю, ее слова, быстро сказала. Выходы сейчас по 15 секунд, максимально короткие, но мы должны об этом концентраты я сейчас говорить. Сазон уже знает, когда выходить 10 секунд. Подожди. Миха, дай мне бутылочек. Давайте пока подготовим там танцпол для них. Ради этих 15 секунд от каждого. Никакой остановочки, сразу в круг. Давай, Миша, пока не горяченькие. Подожди. Пирожки еще не остыли. Подожди, я остыли. Пирожки съем. Я остыли. Ваня, давай, Ваня. Какой-то тест смешной. Кто там был такой? Такой классный. Давайте Михе поаплодируем. Сколько уже ты сбил в Питере? Питер, Москва. Не, сейчас минуты 20. Вот эти вот то, что вы стоите, 5 секунд фону. Сразу в круг, 20 секунд. Я, давайте. Я буду делать вид, что я удивляюсь. На самом деле, я в прошлом году это видел. Спали!
сами спалили. Правда, я видел это. Он мне потом это не было показывал, как это делать. Это еще пищу увидит. Это партия. Давайте показывать. Еще давай. Я же говорю, что не зря в прошлом году это был финальчик. Все вместе. Три.